Астрологи назвали знаки зодиака, которым нельзя носить золото. Девы. Девы по своему характеру осторожны и щепетильны. Этот знак зодиака знает себе цену, поэтому никогда не будет повышать свой статус за счет статусных золотых украшений. Девам подходят изделия из олова и меди, а оловянные изделия способствуют сохранению спокойствия и гармонии, а также обходить стороной конфликты и находить решения в сложных ситуациях. Медные броши, цепочки, кольца помогают девам укрепить организм и защитить от болезней, а также найти любовь, избежать измен, укрепляют связь со второй половинкой. Рыбы. Этот знак зодиака славится своей чувствительностью и внимательностью к мелочам. Для рыб золотые украшения слишком яркие и приметные. Если рыбы надели украшения из этого металла, они будут чувствовать дискомфорт и внутренний дисбаланс. Кстати, красное золото им категорически не рекомендуется. Рыбам надо остановиться на цинке, такие изделия выступают в роли оберегов. Если этот знак выберут украшения на основе цинкового сплава, то он легко добьется успеха в трудовой деятельности, а также будет менее раздражен и агрессивен. Цинк имеет свойство влияния на самочувствие и общее состояние здоровья. Раки. Среди раков нередко можно встретить неуверенных в себе людей. С такой нерешительностью они попадают под влияние окружающих. Им трудно самостоятельно принимать решения. Поэтому золотые изделия ему не подходят, ведь такие украшения выделяют лидера, сильного духом человека, обладателя харизмы. Ракам лучше подобрать украшения из титана и его сплавов. Амулеты из этого сплава дарят представителям этого знака зодиака отличное чувство юмора, творческое мышление и дар убеждения. Кроме титана, ракам подходят украшения из серебра. Этот драгметалл притягивает у своего владельца плохую энергию и преобразует ее в позитивную. Весы. Весы, так же как и раки, не наделены лидерством и уверенностью в себе, так что и для них золото не подходит, оно лишь притягивает к ним неприятности. Представителям знака надо остановиться на украшениях из бронзы и меди. Бронзовый сплав поможет не только избежать жизненной неурядицы, но и подарит силы для покорения вершин. Медные изделия заряжают позитивной энергией, становятся источником здравомыслия, отвечают за тонус организма.